вещь в нашем гардеробе, сколько их у вас? Соответствуют ли они всем вашим требованиям? И, конечно же, делают ли они чудеса с вашими формами? Делают ли они бедра упругими, а ноги длинными и стройными? Наши джинсы способны создать идеальные формы для каждой из вас. И об этом нам сегодня расскажет Микола Комендров, модный звездный стилист, который знает, как сделать образ «Ах!» в восхитительных штанах, верно, да, Микол? И, конечно же, тот самый Серега отведет вас на выставку Ван Гога и даст возможности вам покрасоваться красивой попой, красивыми бедрами. А почему? Потому что бренд Мегаполис нам в этом порадует. Пятикарманные классические джинсы на 67% состоящие из хлопка и эластан, который как раз-таки работает на то, чтобы компрессионно правильно разгладить вашу фигуру. Специальные эластичные вставки с обоих сторон для того, чтобы посадить их идеально на ваши бедра. И шлевки, дающие возможности иногда заправить сюда ремешок и сделать образ незабываемым. У меня в руках самый редчайший цвет в мире. Это коричневый оттенок джинсов, который с огнем не сыщешь в обычном магазине. Даже самые люксовые бренды не всегда могут порадовать клиента именно этим оттенком джинсов. Да, второй вариант цвета черный, но посмотрите, Микол, как ты сказал, в каком бренде такой черный? Это есть прям чистокровный цвет черно-серого оттенка от бренда Calvin Klein, который гремел еще в 80-х. Вот так, цена только сегодняшнего дня 1999 рублей. Помните, мы с вами можем сэкономить и взять каждую пару по цене 1499 рублей, если в корзину заказа мы положим сразу две пары джинсов. Поэтому успевайте их забрать сегодня для себя. От 48 размера до 60 есть у нас в наличии размерная линейка. Микол, сейчас многие посмотрят и скажут, так, джинсы на функциональной застежке. Как правильно подбираем размер? Да, несмотря на то, что здесь есть и молния, и функциональная застежка, подрезная талия, все равно с двух сторон у нас с вами есть функциональная резинка. Бренд Мегаполис делает классику, но добавляет как раз-таки вот такие круглоугольные элементы, которые нам помогают сегодня выбрать джинсы. С брендом Мегаполис можно забирать четко размер в размер. Как темно-серо-черный цвет, он будет называться в заказе, так же и самый редкий буро-коричневый оттенок. У нас джинсы Кардив были всего один раз в эфире. Более 300 звонков в колл-центр за первые 5 минут получили мы, поэтому сегодня особое предложение дня, конечно же, будет пользоваться особым популярным спросом. Ну вот смотри, Микол, джинсы носим мы все абсолютно. Мы с подругой ходили в торговый центр, подбирали ей новенькие, старые у нее пришли в негодность. Слушай, надевает она джинсы, вроде все нормально. Спиной поворачивается, ничего не пойму. Говорю, что у тебя с пятой точкой? Знаешь, ощущение, что она стала плоская, да еще и грустная, вниз съехала. Да, такое действительно может быть. Я не раз затрагивал эту тему. Давайте как раз-таки посмотрим на наши восхитительные попы на подиуме, которые как раз-таки демонстрируют правильную анатомическую посадку. От чего у твоей подруги могла быть опущена попа в джинсах? За счет того, что дизайнеры могут увести карман сюда, сюда, либо сделать его минимально маленьким, тем самым нарушить анатомию. Здесь правильное распределение карманов. Их всегда можно определить по центральному шву. Два пальца или три пальца ложится от одного кармана, и то же самое здесь. То есть анатомически правильное распределение. И они стоят по центру. Ты знаете, как медики вам скажут, крест-накрест разделили и укол сделали. То же самое и здесь. То есть очень правильное распределение. Вот так. Только сегодня мы с вами можем сэкономить еще больше. Даже наши сотрудники, те, кто работает за кадром, готовят для вас наши эфиры. Те, кого вы не видите, они в жизни тоже носят джинсы так же, как и мы. Просто мы перед вами всегда красивые, напомаженные, даже Микола наш. Смотрите, в чем ходят наши джинсы по коридорам телеканала Shop & Show. В чем ходят наши сотрудники, да? В джинсах. Да, Татьяна, стратегический продюсер, также наши стратеги и главный именно, как называется, декоратор, который все делает красиво именно для вас в кадре. Руководитель модели и бухгалтер. Вот так все для себя выбирают джинсы Кардив. Черный цвет и коричневый, эффектный на нашей Ольге-блондинке. Посмотрите. И вот смотри, Микол, у нас у всех разные бедра, да? Не все довольны именно вот этой частью. А здесь у нас джинсы зауженные. Вот у всех ли будет часть бедра верхняя смотреться правильно? Не будет ли она объемной? Просто самое важное именно критерии
параметров джинсов и состав. Если джинсы из 100% хлопка, они должны быть бананы, свободного силуэта или прямые. Если брюки скини, они не имеют права быть из 100% хлопка прям полностью. Тогда они просто не сядут. Должен быть обязательно эластан. Поэтому здесь у нас с вами хлопковая основа идет, которая занимает больше процент, 70. А 30 отдано больше пластике. Поэтому наши джинсы, смотрите, даже в 54 размере, видите, еще есть диапазон роста. Угу. То есть можно поправиться, можно похудеть, они с вами подстраиваются. Идем дальше. Тянем их в зоне колена. Вот смотрите, вот я сейчас их натяну. Вот так бы сидели бы джинсы из 100% хлопка. Они бы вот здесь делали перевязочки, угу, передавливали. А стрейчевое полотно быстро восстанавливается. При этом в зоне колена, в зоне икры, что немаловажно, обычные джинсы просто не пролезут. И мне очень нравится полноценная длина. Всегда можно подкрутить, одеть под ботильончик. А можно обрезать, сделать их, да, лохматыми. То есть все зависит от того, как вам нравится. Вот, например, как вот у меня. Да, вот видите, я их обрезал. И лапочка твоя в кадр влезла. Ну смотри, мы обычные люди носим джинсы, да? Насколько люди твои, которых ты одеваешь, да, звездные, тоже выбирают джинсы в обычной жизни? У артистов звезд джинсов по 5, по 6, по 10, по 15 пар, потому что это самое удобное. Вкинули, поехали на радио. С радио можно в поезд, в самолет, на гастроли. Джинсы можно раскрасить, можно расписать, добавить каких-то клепок, страз и от этого сделать их более ярчайшими. А уже когда джинсы надоедают, отрезаешь брючину и делаешь из них шорты одной длины, да, потом самый максимально короткий. Это джинсы от бренда Мегаполис, а значит, мы уверены в качестве, значит, мы уверены в идеальной посадке на фигуру и в том, что мы берем размер в размер. Здесь все подстройки предусмотрены. Два варианта цвета, черный и благородный коричневый. Цена 3990 рублей за две пары джинсов. Успевайте заказать сразу обе, одни в стирке, другие носим и наслаждаемся полноценной длиной и идеально стройными своими ногами. Сегодня вы можете получить еще в подарок набор масок для волос при заказе на сумму 3990. Он у вас идет в комплекте. Успевайте выбрать специальное предложение сегодняшнего дня.